Ну, Соли, ты так на вернисаж в среду, девочки, сюда надо приходить в среду, когда здесь бывают обходники и смотрим вот такие заготовки. Потому что по средам все намного дешевле. Ну вот это уже, знаете, совсем другое. Это уже подарок, сувенир и все. Не так просто. Делаю разницу. Вот, ну ты хочешь расплатиться, хочешь? Да. Вот эти вот наборы маленькие по 30 рублей. Этот венок, по-моему, 50, да, Оль? Я что-то спрашиваю. Вот такой бантики. Бантики. Не, не нужны. Я уже взяла, что хотела. Искусственные? Нужны. Искусственные 2.0. Самые тоненькие. Кисточки самые тоненькие. Это набор 1700. Чтобы рисовать яички. Набор 1700. А там все цвета, блестки. Да? Все цвета? Склеим. Нет, там 12. Да. Нет, такой у меня есть. Да, он такой готовый к использованию. Да. Нет, я сейчас посмотрю еще. А в какую цену лошадки? Есть. Самый маленький. Вот, да, по ценам. 25. Ага, 25. Вот это средняя сколько? 35. А вы убили 3 на лучше. А, давайте. Все. 50, 35, 25. Понятно, спасибо. Так уже проще. Ага. Все, что здесь есть, а мне еще заказывали овцу. Нет овцы? А, нет. А была? Не а было. На колесиках не было? Нет, была. Это только вот заказывать надо. Раньше были, делали. Поняла, а поняла. Угу, спасибо. Ну, сейчас буду брать. И дома. Ну, да. Ну, тут по 10 штук, по 5. Это очень много. Да? Ну, да. Сани, 100 рублей вот эти вот 4 штучки. Иду. Ага. Будешь лошадок-то брать? Да, пожалуйста. Ага. Я 3 взяла разные. А вы мне можете прислать? Не дешево, по 250, по 370, по 600. Вот такая фурнитура. Ну да, прелесть. Еще к лету народ не созрел. Нет, еще хотим продолжение банкета новогоднего, да. Еще китайский Новый год. Ой, нам любой. Только бы праздновать. А я тебе сказала, что ему тяжело будет собирать. Ребенок такой не соберет. Красота. Так, торжественно вручаю тебе. Лицо я тебе дала, делай мальчика. Здравствуйте, мои дорогие! Наконец-то я вернулась домой. Хотя мы и недолго были на вернисаже, но довольно-таки холодно на улице, промерзли, и я решила, придя домой, заварить себе чай. Сейчас расскажу, какой я люблю чай. Есть у меня такой чай, привезенный из Вьетнама. Вот его я сейчас и буду заваривать. Отломила от него кусочек. Кладу сюда, на чашечку, обязательно имбирь. Я очень люблю имбирь в любом виде, и в свежем, и в сушеном, и в маринованном.
Мелко его нарезаю. Кладу сюда же. Заливаю кипятком. Чесом берем. Я вообще обожаю. Он такой получается, будто перченый. Так. Чай заварился, а теперь туда колесико мандарина и лимон. При желании можно добавить мед. Но у меня есть вкусняшки. Ну вот так. Можно и чаек попить. После морозца, ох, хорошо. Ну что ж, сначала я покажу покупки, сделанные на вернисаже. Их немного, и все они для творчества. А потом распечатаю посылку, которую я заказала на сайте AliExpress. На вернисаже я купила кисти. Вот одна совсем-совсем тоненькая для рисования, а вторая потолще, синтетическая, для того, чтобы работать с ватой. Трех деревянных лошадок. Самую большую я отдаю. Меня просили ее купить. А две поменьше я буду как-то украшать. Цены на лошадок были озвучены продавцом в начале видео. Четыре набора разных. Вот такие маленькие птички. Лошадки. Кошечки. Звезды. Выглядят они вот так. Совсем маленькие, с ноготок. Для чего эти наборы я купила, я сейчас хотя бы один из вариантов вам покажу. Например, как такое дополнение к образу ватной игрушки. Вот смотрите. Если, предположим, дать в ручку игрушке или леденец, или волшебную палочку, мне кажется, они прекрасно подходят друг к другу. Как я их делала? Нанесла клей, а сверху посыпала блестками. Вот и все. Ну и, конечно, приклеила кусок зубочистки. Ну что ж, а теперь переходим к посылке. Пришла долгожданная посылка. Я знаю, что в ней. Это я заказывала на сайте AliExpress. Сейчас открою и покажу вам. Посмотрите, какая прелесть! Такие винтажные бутылочки для опрыскивания растений. Одну я себе купила, а другую дочке. Расцветок вот этого стекла было очень много. И зеленая, и желтая, и голубая, розовая. Но мне почему-то захотелось именно такое стекло, похожее цветом на старые аптекарские пузырьки. А сейчас я залью воду, и мы попробуем, как же эта штука работает. Работает нормально. Обошлись мне эти два флакона вместе с доставкой 611 рублей. Кому интересно, я оставлю ссылку на продавца. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока!